Ультраполярное вторжение. На Омск надвигается осенняя погода, сообщает местный гидрометцентр. Конец июня будет аномально пасмурным, прохладным и дождливым. После плюс 23 градусов, которые термометры пусть и недолго, но показывали во вторник, уже в среду синоптики прогнозируют плюс 11, плюс 16. И до конца месяца сильнее воздух не прогреется, а ночью температура и вовсе может опуститься до плюс 7. При этом регион окажется во власти дождей и гроз. Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. Такую ситуацию синоптики называют ультраполярным вторжением холодной воздушной массы. Для Омской области это явление редкое. Потепление ожидается только на следующей неделе.